Алло. Я по объявлению. Насчет пропавшей собаки. Она у меня. Да вы что, я поверить не могу. Это ж столько времени прошло. Я думала, она уже не найдется. Ну вот, нашлась. Чихуахуа рыжего цвета? Откликается на кличку Монти? Все правильно? Да, но только он не откликается. А. Он сильно подавлен. Да вы что, серьезно? Да. Я видел слезы. Послушайте, если это какой-то розыгрыш, то... Ну какой розыгрыш? У меня чуть сердце не разорвалось от жалости. Хорошо. Я могу его забрать? Ну, конечно. Зачем я тогда звоню? Когда? Где? Да когда хотите. В любое время. Как? Я сейчас все время дома. Ага, то есть к вам надо подъехать? Да. Как соберетесь, звоните. Ага, можно прямо сейчас? Хорошо, давайте, я жду. Пишите адрес. За собачкой. Угу. Проходите. Меня зовут Анатолий. Вы проходите, Маргарита. Не стесняйтесь. Я рад, что вы приехали. Присаживайтесь. Я ненадолго. Чаю хотите? Холодно на улице ведь. Да не стоит. Я собаку хотела бы забрать. Да, конечно. Она в соседней комнате спит. Я сейчас. Вам чай с сахаром. Господи, это-то еще зачем? С сахаром? Нет, спасибо. Может, мед? Не надо, спасибо!
А вы чем занимаетесь? В каком смысле? Вообще. А, ну, работаю. А. Собак, значит, любите? Люблю. А кошек любите? Ну да. У вас и кошка есть? Или только собака? Собака. Подарил кто-то? Нет, я это сама. Сама купила. У меня кот был в детстве. Умер. Ага. Я люблю животных. Вообще их обожаю. А вам сколько лет? 34. Выглядите моложе. Спасибо. А где моя собака-то? Она спит. То есть он. Он. Да, он. Он. Это ведь кобель. Да. Я дал ему снотворное. А как? Вы не волнуйтесь. Он ведь почти не спал несколько суток. Вот. У животного жуткий стресс. Я очень переживал. Ветеринар посоветовал дать ему снотворное. Ну, это такие таблетки специальные для собак. Ничуть не вредные. А вы замужем? Простите, вы скажите честно, вот моя собака, она у вас или это все какой-то розыгрыш? Разумеется, у меня. Просто все как-то очень странно. Ну, а вы... Я буду кричать. Зачем? Вы меня заманили? Нет, вы сами приехали. Вы придумали предлог, что моя собака у вас. Позвали меня, и я приехала. Она здесь. Тогда отдайте мне его. Отдам. Хватит. Хватит надо мной издеваться. Хватит. Да хватит. Не кричите вы, Господи! Не кричите! Откройте дверь, я ухожу. Я ухожу, ухожу. Послушайте. Я прошу вас, это очень важно. Я хочу попросить вас кое-что для меня сделать. Я буду царапаться и кусаться. Вы меня неправильно поняли. Надо кое-куда позвонить и кое-что сказать. Зачем? Поймите, это важно для меня, это вопрос выживания. Я верну вам вашу собаку. Но если вы сделаете то, о чем я вас прошу. А если не сделаю? Что тут такого сложного? Никакого криминала. Просто нужно позвонить моей жене. А почему вы сами не можете позвонить своей жене? А какая разница? Вернёте собаку? В любом случае верну. Если вы сделаете это для меня. Угу. Сделаю, да, давайте я позвоню и говорите, что сказать. Ой, а вы можете позвонить со своего телефона? А я продиктую. Хорошо. Ой, давайте я наберу номер. Сейчас. Вот. Извините, извините. Я не хотел. Идите сюда. Идите сюда. Сначала скажите, что сказать. Ах, да. Вот вы правы. Если я буду нашептывать, она услышит это. Это все испортит. Значит, в общем, сказать нужно вот что. Привет,
Меня зовут Маргарита. Мне с Анатолием хорошо. Мы счастливы. А ты сдохни от зависти, тупая манда. Да вы что, вы серьезно, что ли? Сделайте. Ну нет, конечно, я же не могу такое сказать незнакомому человеку. Это же ваша жена. Бывшая. На самом деле мы развелись. Нет, все равно так нельзя. Я 11 лет с ней жил. Понимаете? Она ушла от меня. К студенту. А ему 23 года. Это ваши личные дела. Ведь она пишет мне. Пишет. Каждую ночь. Присылает смски. Как он ее трахает. В подробностях. Да я умираю каждую минуту. Человек умирает один раз, я умираю десятки раз. Слушайте, мне вас очень жалко, правда. Это все очень больно, но... Нет, я не имею права вмешиваться в дела посторонних людей. Поймите меня правильно. Послушайте, а давайте я вам просто денег немножко дам, а вы... Ну как вы на это смотрите? Я вам даю деньги, а вы мне мою собаку вернете. Мне не нужны деньги. Да у меня полно, полно денег у меня. Мне тратить их не на кого. Ну отдайте вы мне мою собаку. Пожалуйста, позвоните тогда и скажите ей, что я умер, что меня больше нет. Вы обманщик! Я умер! Пусть она знает, что меня нет. Тогда давай просто посидим. Телек посмотрим. Оставьте меня в покое. Где моя собака? Я буду твоей собакой. Хочешь, я буду твоей собакой.
Алло. Я не умер. Я скучаю.